Это дом, офис Международного суда матерей. А это дом, где засел нечестивец, террорист и преступник. Это не хозяин дома. Кто он? Сами догадывайтесь, так как генераторы боевого назначения в магазинах не продаются. Отсюда же он стреляет по дому суда матерей. Белок, которых накормили в кормушке возле дома обстрелянного мышьяком. Стошнило после поедания орехов. Вот отсюда этот террорист и преступник, стреляя по дому, естественно, отравил всю пищу животным. Кто этот преступник? Тот, которого прикрывают правоохранительные, а точнее террористоохранительные органы Российской Федерации. На звонок он не выйдет. Он как вор втихаря пробирается и дежурит там, в тайне. Только с той стороны у него, этого дома, горит окно. Это гостевой домик. Московская область, Химки, СНТ, Нива. Здесь приезжают на встречи с президентом Международной ассоциации ученых интеллигенции Василием Васильевичем Ленским и на встречу Международного суда матерей. Здесь было выявлено воздействие боевых генераторов, калечащие здоровье людей. А вот рядом домик, откуда идет и направлено излучение боевых генераторов. Воздействие боевых генераторов превышает предельно допустимые величины.